А сейчас к другим новостям. Сотрудники Чувашского управления МЧС провели необычный урок пожарной безопасности. Чтобы напомнить горожанам об элементарных правилах, спасатели вышли на каток и устроили спортивный флешмоб. Участие в нем приняли школьники, студенты чебоксарских вузов и пожарные. Дмитрий Ковалев понаблюдал за необычными состязаниями. Вместо того, чтобы перетягивать канат, они перетягивают настоящий, довольно прочный пожарный рукав. А участники турнира по футболу гоняют мяч не в кроссовках, а в коньках. Это наши ворота, Володя! В роли главного судьи веселых стартов пожарный, правда необычный, а плюшевый. Константин 01. Этот персонаж в республиканском управлении МЧС появился не так давно. Но теперь без его участия не обходится ни один праздник. Плюшевый огнеборец был щедр на подарки. Всем участникам флешмоба он раздавал сладости и полезные памятки. Вот еще! Многие сотрудники МЧС в этот день тоже встали на коньки и приняли участие в конкурсах. Подобные акции, отмечают ведомстве, помогают сплотиться против беды. В республике наблюдается рост пожаров. В огне по-прежнему погибают люди. Многие попросту забывают об элементарных правилах безопасности. И поэтому о них необходимо напоминать чаще. Мы бы хотели еще раз напомнить этой профилактической акции нашим горожанам о том, чтобы не забывали элементарных правил поведения в быту. Естественно, телефон вызова пожарных спасателей 112 мобильного 01 с городского. Ну и помнили и знали, кто их соседи, поскольку не все соседи у нас, так скажем, благополучные. И не все смотрят радио, телевидение, и не все соблюдают правила пожарной безопасности. За обучение людей правилам пожарной безопасности в МЧС решили взяться всерьез. Подобные акции ведомстве обещают проводить и впредь. Дмитрий Ковалев, Республика.